Приветствую вас всех, дорогие друзья, на моем канале Робин Гуда. Ну и мистера Робин Гуда, шучу. На самом деле, да, в последнее время много снимать таких обзоров, но, опять же, не могу снимать какие-то летсплей, обзоры так, и какие-то другие проекты на своем компьютере, поэтому остается снимать только вот такие видеоблоги, можно так их, наверное, назвать. Сегодня у нас на обзор попал набор Лего, Майнкрафт, который мне привезли с Дании. Стоимость в России от 4000 рублей, стоимость в Дании подешевле, там в районе полутора тысяч рублей. Но перед началом обзора хочу сказать вам спасибо большое за то, что вы есть на этом канале. Сейчас объясню почему. Завтра, 23 июня, в Москве будет проходить такая конференция от YouTube, называется Creator Day, Creation Day, наверное, я не помню. То есть то ли Creator, то ли Creation. И совершенно неожиданно мне пришло на почту письмо с приглашением. Туда приглашают всех каналов, все каналы от 1000 до 10 тысяч подписчиков. То есть я попал под эту категорию, можно сказать, с трудом, но в любом случае попал. Спасибо вам, опять же, как я уже сказал, да, вы все классные. И завтра буду таким образом там, на конференции от YouTube, там будут еще известные блогеры. Собственно, будем общаться, буду с кем-то, возможно, познакомить, может быть, скоро с кем-нибудь там поснимаю новые видосики. Ждите обязательно видео про это с моей вот этой камеры трясущейся. По поводу трясущейся камеры еще тоже скажу. Пытался найти свой штатив, который у меня был, который я заказывал, но, к сожалению, такого не нашел. Я, собственно, искал его несколько дней. И поэтому, так как завтра такое мероприятие, надо было дать вам это, ну, донести до вас эту информацию, пришлось снимать вот так. Но я стараюсь очень-очень, чтобы слегка тряслось. Я думаю, не будет неприятности. Я сейчас смотрю сам в телефон. Вроде бы, ну, тряска есть, но вроде терпимо. То есть смотреть можно, я думаю. Собственно, все. Завтра Creation Day. Ждите по этому поводу видео, какие-то рассказы. И вот, собственно, набор Лего. Майнкрафт, зимняя хижина, зимний биомчик, артикул 21120. Что мы, значит, сразу обратим внимание на переднюю панель. Тут мы видим зимний домик, Стива, снежного голема, крипера и, собственно, все, что мы здесь видим. Мы еще видим то, что здесь есть какие-то игровые функции. Вот такой вот набор у нас здесь. Давайте посмотрим заднюю сторону. Вот как выглядит у нас задняя сторона этой коробочки. Тут более подробно у нас показываются игровые функции. Это у нас Стив с верстаком и ведром. Ну и там еще видно лопату. Это у нас игровая функция, я потом покажу ее. Это типа он добывает уголь, наш Стив. Это показывается домик, то что он раздвигается и поднимается крыша у него для удобства. Тут также показано то, что мы можем построить что-то свое, но это постройка полная Г, поэтому нафиг она нужна. Показано также у нас то, что снеговик стреляет у нас снегом, логично. И такие кубики, это кубики льда и кубики, как это называется, угля. Тьфу, совсем. В самой коробочке нас ждет такая довольно-таки толстая инструкция, сейчас я ее достану вам, если, конечно, смогу. Опа. Вот такая вот у нас толстенная инструкция, очень реально такая добротная инструкция, такая толстая. И в конце этой инструкции около 70 страниц. В конце, как обычно, такие типичные, ну, типичные вещи, это сколько деталей каких есть в этом наборе. Lego.com.Minecraft, это типа можно поделиться своими, то, что вы построили сами. Lego Club, вот такой вот, ну, это такой типичный сайт, можно сказать, так сказать, для знакомства Lego. Ну и другие наборы Lego. В принципе, возможно, в будущем у меня будет... Нет, этот набор у меня не будет. Это набор ферма. Это что-то связанное с... Даже не знаю, с чем, если честно. Это просто набор всяких вещичек. Да. Извиняюсь. А, кошка, блин. Вот любит, когда коробка, и сразу туда голову. Смотри, что ты делаешь? Что ты делаешь? Успокойся, нас люди смотрят. так, вот только не грызь давайте, ну ладно, не будем отвлекаться на нее, пускай там играется. Вот этот набор я вообще очень хочу, это Эндермир с эндерменами и эндердраконом, и Стив в алмазной броне, это офигенный набор. Этот набор тоже классный, это, по-моему, первая ночь, что называется, а может быть и нет, не помню, в общем, домик такой. Это шахта, но я не хочу ее, в принципе, мне не очень нравится, как она выглядит.
Кстати, да, вот набор, ну, как обычно, в Лего было куча маленьких деталей в запасе. Пускай они там лежат. Лего крепость. Ну, я тоже себе не очень хочу, я по факту. Это у нас как-то сокровищница. Вот это прикольный наборчик. Вот этот набор тоже клевый. Это у нас наборчик с Алекс, то есть с девушкой. Прикольно. Вот мой набор. Ну и, собственно, все. Ну и что, тут еще есть книжка. Какая красивая у нас здесь иллюстрация. Это Стив. Показаны еще игровые функции, которые мы видели уже сзади упаковки. И вот такой вот сайт немножко про Майнкрафт. И смотрите, сейчас могу перевести. Майнкрафт. То есть, здесь говорится о том, что Майнкрафт — это видеоигра, которая пропагандирует мир без границ. Креативный режим — это режим, где у вас есть возможность руководить природой, получать опыт с динамитом, а также, по факту, играть безопасно. То есть, там не будет для вас никаких угроз. Если у вас есть интернет, то можно играть с собой друзьями. Тут об этом все говорится, как большая семья. Ладно. Остальные дети могут попробовать режим выживания. Это режим, где можно исследовать мир, много нового изучать хорошего, там, заниматься фермерством, выращивать волков или оцелотов, оружие, там, бои разные так, и так далее. Вот. Ну, то есть, игра... То есть, если сказать, собственно, о игре, то, что есть режим креатив, режим выживания, и то, что по факту игра является песочницей. Ну, собственно, все, инструкция закончилась. Давайте, собственно, приступим сами к самому набору. Отложим запасные детали. Отложим коробку. Тяжелую коробку. Очень тяжелую. И посмотрим сам набор. Вот у нас как выглядит собранный набор. Что мы видим в этом наборе? Снеговика. Давайте посмотрим его фигурку подробно. Такая вот фигурка. Эта фигурка стреляет вот таким вот образом снегом. Пью. Блин, на пол уронил. Ладно. Вот такая фигурка снеговика. В принципе, у него подвижно, он якобы подвижен, но по факту, то есть, это не фигурка, скорее, это скорее такой, ну, скорее просто сборная моделька, я даже так сказал. То есть, это не очень такая фигурка, но, в принципе, клево, мне нравится ее функционал, все. Дальше у нас крипер, давайте посмотрим крипер отдельно. Вот такой у нас крипер. Крипер мне нравится, если честно, он клево выглядит, и, в принципе, крипер как крипер. Давайте поставим сюда, сюда куда-нибудь. И остался только Стив. Стив у нас остался. Вот такой вот у нас Стив. Тоже стандартный Стив с лопатой у меня. Он почему бы и нет. Давайте так сделано. Вот. Он тут типа вышел снег и так далее. Ладно, пока не будем взрывать его. Посмотрим дальше. Ведро воды с водичкой, само собой. Уголь, домик такой вот раздвигающий. Тут я сделал типа сундука. Поднимаем крышу. Мы видим тут печку. С такой вот выходом печки. И... мы идем тут верстак. Ну, печка сейчас мне не нравится, но верстак прикольный выглядит. Дверка у нас выглядит вот следующим образом. Вот такая вот у нас дверь. Клево сделано, она сборная тоже, само собой. Дальше, что у нас интересного? По поводу игровых функций данного набора. Игровые функции представляют себя вот что. Вот, допустим, есть крипер, да? Вы тут копаете себе снег, никого не трогаете. И к вам тут такой подходит крипер. Слышь, пацан, прикурить есть? А ты такой, я не курющий. И он такой, ну все, братан, так грибаешь. Пуф! Вот такая вот у нас игровая функция есть тут. То есть можно взорвать. Можно тут все взорвать. Нет, все полетело. То есть вот таким простым, нехитрым способом можно устроить якобы взрыв клипера. Прикольно, прикольно, на самом деле, придумано. Мне это нравится, тема. И вот таким вот образом наш Стив из... фигурки превратился в шашлычок. Как герой одного из мультфильмов Диснея. Ну, вы, наверное, знаете, о ком я. Если знаете, кстати, напишите комментарий про кого я сейчас. Это такой момент, там, забавный был в одном мультфильме компании Дисней. Я надеюсь, вы его вспомните. Это тоже такая для проверка. Вот такой вот наборчик. Еще раз повторюсь, не буду на него цены выставлять в России, потому что в России он стоит нереально каких-то там завышенных денег. В России такой набор стоит... как я уже сказал, примерно 4000 рублей. Потому что, по факту, там Майнкрафт все еще импортируется очень неохотно и скорее такими черными схемами. Поэтому дешевле, чем 4000, найти его нереально. Если хотите купить такой наборчик, покупайте на eBay где-нибудь, на Алиэкспрессе. Набор, кстати, так, составной. То есть здесь все детали можно соединить, поставить на другое место. Но это не суть. Так,
выглядит наш набор в собранном виде. Еще раз показываю. Это забор, если кто-то не понял. Это факела, таким образом выглядит. Вот такой вот наборчик. У меня на этом все, в принципе. Набор показал вам. Весь, так сказать, тоже этот функционал тоже набор показал. Вот. Еще раз, если хотите купить, то лучше в России не покупать. Слишком получится дорого. Мне набор понравился, в принципе, функционал все клевое, поставил бы ему 5 из 5. За цену в России можно уменьшить, но так как мне она досталась не в России, то уменьшать смысла никакого я не вижу. Вот, подписывайтесь, ребят, ставьте лайки, и через пару дней ждите еще один видос про поездку мою. Всем пока!